Уважаемые дамы и господа, сегодня предлагаем вам рассмотреть еще один комплекс на южном побережье Болгарии в поселке Лозенец. Комплекс называется Sky Garden, находится рядом с одним из 9 пляжей этого поселка и рядом находится заповедник Странджа. Очень шикарное место для покупки своей недвижимости, поэтому предлагаем посмотреть фильм. Приятного просмотра. Уважаемые дамы и господа, позвольте вам представить сегодня еще один комплекс на южном черноморском побережье Болгарии. Комплекс называется Sky Garden, находится в селе Лозенец на южном побережье Болгарии. Sky Garden – это комплекс закрытого типа класса люкс, расположенный в курортном поселке Лозенец. Комплекс граничит с лесом и рекой и находится всего в 3 минутах ходьбы от широкого песчаного пляжа и всех развлечений – ресторанов, баров и серфингов. Комплекс соединяет в себе все достоинства современного жилья бизнес-класса, превосходные технические характеристики, развитую инфраструктуру и выбор планировок. Как и другие комплексы, Sky Garden отличается высоким качеством строительства и внутренних отделочных работ. Большая часть 111 квартир в Sky Garden имеет вид на море. Для максимального комфорта жильцов комплекс располагает следующими удобствами. Гурме-ресторан и ланч-клуб, фитнес-центр с летним садом на последнем этаже, внешний бассейн с шезлонгами и зонтиками, детский бассейн, детская площадка с песочницей и игрушками, детский центр, салон красоты, супермаркет, где можно купить пищевые продукты, напитки и косметику. А также придомовая территория комплекса красиво оформлена газонами и зелеными насаждениями. Все это делает отдых жильцов комфортным и уютным. Каковы же преимущества комплекса Sky Garden? Во-первых, это современный комплекс высокого класса. Во-вторых, отличное местоположение. В-третьих, красивые пляжи и нетронутая природа. В-четвертых, отличные планировки и доступные цены. Ну и, конечно, высокое качество строительства. Комплекс Sky Garden расположился в одном из красивейших мест Южного Черноморья Болгарии, в деревне Лозенец. Я тут ее обозначил. Это райский уголок моря, расположенный в юго-восточной части Болгарии на расстоянии 60 км от областного центра города Бургаса. Основан курорт в 1924 году как место отдыха. Лозенец является частью уникального, единственного в своем роде национального парка на территории Болгарии Странджа. Данный комплекс с Sky Garden расположен буквально в 3 минутах ходьбы от пляжа. Это вид на пляж с северной стороны. Как я уже говорил, село расположилось у подножия горного массива Странджа, на территории которого находится национальный парк Странджа. Он является самой большой защищенной территорией Болгарии. Здесь сочетается горный и морской климат. Средняя летняя температура между 21 и 23 градусами в июне и в сентябре 26-28 градусов в июле и в августе.
Морская вода здесь одна из самых чистейших на болгарском побережье. Курортный поселок известен своими прекрасными пляжами, благоприятным климатом, чудесной природой и уникальной атмосферой, которая превращает его в одно прекрасное место как для отдыха, так и для постоянного проживания. Также Лозанец известен своей ночной жизнью, разнообразием ночных клубов и модных ресторанов. Любители солнца и загара могут выбирать из 9 красивых пляжей с золотистым мелким песком. Курортный поселок Лозанец находится в 65 километрах южнее Бургаса, между Китоном и Царево. Он заметно развился в последнее время и превратился в привлекательное место для отдыха, благодаря своей популярности у самих болгар и, в частности, у гостей из Софии. Возникло село в начале 20 века и называлось Эмберли, в честь сорта винограда, выращиваемого в этих местах. Позднее оно было переименовано в Лозенец. Здесь есть два пляжа – Тарфа и Центральный. Оба в отличном состоянии. Постоянно поддерживается чистота прекрасного золотистого песка. Курорт располагает всем необходимым для отдыха ресторанами, пляжными барами и кафе, где можно приятно провести время. На обоих пляжах разместились аттракционы и есть возможность заняться различными водными видами спорта. Но также в непосредственной близости к Лозенцу расположено еще несколько прекрасных пляжей – Коралл, Юг и Оазис. В последнее время пляж Оазис стал знаменит благодаря знаменитому разместившемуся там элитному комплексу Оазис Resort & Spa. На машине можно легко прокатиться до близлежащего села Велика, являющегося началом природного парка Странджа. Там дома и комнаты для отдыхающих можно даже снимать подешевле, если кто приезжает на отдых на какой-то небольшой период. Также можно посетить заповедник Рапатама, где предлагаются прогулки вверх и вниз по реке на моторной лодке. Любителям рыбалки можно предложить попрактиковаться на реках Велика и Дьявольская, где водится много рыбы. В 15 минутах от Лозенца находится и болгарский Стоунхендж, всемирно известное древнее святилище Беглик-Таш. Отдых в Лозенце подойдет тем, кто любит природу, активный отдых и удаленность от больших городов. Национальный парк Странджа – самый большой и один из самых экзотических по всей Болгарии. Основанный в 1995 году, он занимает площадь в 1161 квадратный километр. Парк включает в себя большую часть болгарской территории Центральной Странджи до берегов Черного моря. Длина парка около 50 километров, а средняя ширина около 25. Парк Странджа знаменит своими дубовыми лесами. Благодаря климатическим условиям здесь произрастает 50% болгарской флоры. В реках парка водится множество рыб, в том числе колюшка и угри.
Любителям птиц будет интересно понаблюдать здесь за жизнью таких удивительных видов, как перкут, малый подорклик, орлан-белохвост, черный аист и обыкновенный осаед. Вид на центральную Странджу с обширных горных плато захватывает и остается в памяти навсегда. Волнистые хребты, покрытые зелеными лесами, складываются в бесконечную цепь, где вы не увидите острых вершин или суровых скалистых отрогов. Небольшие села с их пастбищами, делянками и полянами живописно разбросаны в волнах этого безбрежного зеленого моря. Таков пейзаж в восточной части горы, между селами Письменного, Сливарова, Визица, Вылгари и Бродилова. Западные скаты рядом с Малко-Терново более грубые, скалистые и суровые. Здесь явно очерчены два хребта – Резовский и Босницкий. Босницкий хребет играет роль северной границы национального парка Странджа. Долины, протекающие через заповедник рек Великий и Резовской, пленяют своими живописными мандрами. Возвратимся назад к морю. Центральный пляж является самым популярным и оживленным, любимым местом для многих туристов. Пляжная полоса просторная, длиной около 700 метров и покрыта мелким песком. Здесь вы найдете для себя различные виды пляжных развлечений. Все бары имеют собственную зону с шезлонгами и зонтиками. Данный пляж один из немногих в Болгарии, где можно попробовать настоящий серфинг. Пляж также охраняется и имеет бесплатную парковку. Пляж Оазис расположился в живописном заливе южнее Лозенца. На территории пляжа есть школа по серфингу. Здесь можно релаксировать или наслаждаться прохладными напитками в многочисленных барах. Пляж Коралл – это уединенное место с кристально чистой водой. Находится севернее Лозенца, около бывшего кемпинга Коралл, и представлен широкой пляжной полосой с длиной около 800 метров. Также он представлен красивыми дюнами и исключительной природой. Это райское место для вас и ваших детей. Огромный пляж, кристально чистая вода, ровное мелкое морское дно. Пляж также охраняется. Ну и предлагаем вам посмотреть кадры самого поселка Лосинец, его торговые зоны, развлекательные зоны. В принципе, скучно в этом поселке вам не будет. Необходимо сказать, что данный поселок является местом отдыха большинства звезд шоу-бизнеса, как болгарского, так и мирового. Например, в 2014 году здесь было выступление SMBase. Возвращаясь к нашему комплексу, упомянем о схеме оплаты. Она, в принципе, стандартная для данной компании застройщика. 2000 евро резервационная такса, действительно 30 дней, 40% первый взнос при подписании предварительного договора, 30% второй взнос при достижении нулевого уровня зданий, 20% третий взнос при получении здания акта 14, ну и 10% при нотариальном оформлении собственности. Что же касается интерьера, то Sky Garden предлагает широкий выбор квартир типа студио и квартир с одной спальней, или двухкомнатных квартир по-нашему. Интерьер выдержан в современном элегантном стиле, в спокойных светлых тонах. Апартаменты сдаются под ключ.
Отделка сделана следующим образом. Стены окрашены латексной краской, на полах керамогранит, окна ПВХ, оконные рамы и стеклопакеты, подведена электропроводка, кондиционер в каждой квартире, ванная и душевая кабина, сантехника, смесители, на стенах и на полу кафельная плитка. Также компания предлагает услуги интерьерного дизайна. Предлагается несколько пакетов меблировки от эконом-класса до класса люкс. Также разработку индивидуального проекта с учетом ваших пожеланий. Вот, в принципе, и все, что мы хотели рассказать о комплексе Sky Garden в курорте Лозенец. Если у вас будут возникать вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по контактам в бегущей строке или на сайте Redline TV, redline.xyz. Спасибо за просмотр, желаем вам всего наилучшего. Спонсор эфира – агентство переводов «Lingva24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языки СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу. Lingva24. Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете – lingva24.net. Азовская столица. Там, где море. Первое мариупольское интернет-радио.